Всем привет! Записываю новое видео по работе в рекламной платформе SpaceAd. И сегодня в этом видео я хочу подвести итог за работу двух дней. Вот, и немножко поговорить о процессах работы, об ошибках системы, о проблемах партнеров. Вот, и в принципе рассказать несколько важных новостей. Итак, давайте начнем, пожалуй, с того, ну, с самого процесса, да, то есть для тех, у кого все работает, кто заходит, кто собирает монетки, кто зарабатывает. Итак, смотрите, значит, когда вы зашли, в принципе, наша задача с вами, как оказалось, собирать монетки, которые попадают, ну, вот, которые вот, да, когда начинают светиться раз в минуту, мы подходим к ним и нажимаем букву Е на клавиатуре и, в принципе, собираем монетки. За каждую монетку раз в минуту нам платят 4 цента. Значит, можно сразу подходить к монетке. Вот, вот, вот как сейчас я подошел к монетке. И, в принципе, ждать, пока она не начнет светиться. И потом, в принципе, нажать кнопку, букву Е, да, и, в принципе, собрать заработок. Значит, у меня за два дня, как вы можете видеть, слева в углу у меня есть баланс. Значит, здесь указано в долларах заработано $12.92. То есть, за вчера я заработал там, $4 там, с копейками. Вот, сегодня я заработал все остальное. То есть, это уже где-то получается $9. Вот, конечно, то, что было заявлено, заработок максимальный за 8 часов работы, это 19-20, по-моему, получается. К сожалению, очень тяжело достичь такого заработка. Почему? Сейчас объясню. Это, конечно, реально, но тяжело. Во-первых, вас никто не должен отвлекать. Вы должны четко, не тратя ни секунды лишнего времени, подходить к монетке, да, и как только появится, ну, когда она начнет светиться, сразу нажать букву Е. То есть тогда вы, в принципе, из расчета одна монетка в минуту, это получается 60 монет в час, 8 часов, это 480 монет. Это максимально, это идеально. Вот. Конечно, ровно столько монет не получится заработать. Почему? Потому что, ну, по-любому будет какая-то погрешность там во времени, да, то есть там не нажали кнопку, там что-то случилось, там немножко не так подошли. То есть, ну, в общем, я где-то брал в среднем 400 монет, можно за процесс вот этот работы собрать. 400 монет это, в принципе, 4 умножить на 4, 16, да, то есть $16 можно спокойно зарабатывать за 8 часов. Значит, здесь важно также самое отметить период времени, когда мы с вами зарабатываем. Значит, зарабатываем мы на данный момент с 12 дня до 20:00 вечера, то есть 8 часов. Вот. К сожалению, пока что вот такой вот график. Со временем сказали, он поменяется. Вообще была информация, что в будущем сделают, можно будет в течение суток работать, то есть сутками. Сколько у вас есть времени, столько вы можете собирать эти монетки. Еще раз напомню, что изначально было заявлено, что мы будем смотреть видео, рекламу и на этом зарабатывать. В данном случае мы видим, что мы находимся, перед нами находится такой билборд рекламный, да, там идет показ рекламы, и в какой-то мере действительно мы просматриваем видеорекламу, вот, и зарабатываем на сборе монеток. Вот. В принципе, как видите, ничего сложного нет. Но теперь вопрос с проблемами. То есть не каждый партнер может зайти, вот, и начать зарабатывать. Почему? Как я говорил раньше, есть нюансы. Во-первых, первый нюанс 19 числа был озвучен, что те, кто зарегистрируется, начиная с 19 числа вечера, по-моему, вот, где-то приблизительно вот так, они не смогут зайти и работать несколько дней. Вот. Но по причине того, что большинство из таких партнеров, которые регистрируются, они не читают новости, они не изучают информацию, к сожалению, ни в видео, не в группе, вот, они, ну, в принципе, как всегда, все привыкли, зашел в группу, сразу задают вопрос, отвечайте мне все. Ну, можно же просто почитать группу и найти ответ, если не найдете, тогда уже
задать вопрос, либо просто посмотреть видеоролики, в которых достаточно очень много информации. Есть брифинги, там тоже очень много информации, но никто не хочет тратить свое личное время, а каждый хочет, чтобы на него потратили, кто-то другой потратил на него свое личное время. Хотя, конечно, информации достаточно много, и каждый может, в принципе, этой информацией воспользоваться. Так вот, что у нас по информации, что у нас получается? Значит, смотрите, сейчас у нас по времени 21 августа, вот время 19:36. Еще есть 24 минуты до 20:00, когда становится возможно зарабатывать монетки. Вот, поэтому это время я буду рассказывать там, о новостях, да, о всяких нюансах работы в SpaceAd. Итак, информация. Пожалуйста, изучайте информацию. Информации очень много. Это же вам в первую очередь нужно. То есть я, допустим, ну как бы хочу заработать, и я трачу свое личное время на то, чтобы я лично изучил как минимум информацию. Опробовал все. Вот. Если у меня знаний не хватает, вот, скажем так, да, не хватает, ну, скажем, мысли по поводу полученной информации, вот, тогда, конечно, я пойду где-то буду черпать информацию. Но сейчас очень много информации, очень много, и каждый может разобраться при желании. Так вот, многие партнеры не могут зайти. С чем связано? Потому что было озвучено, что вот была группа людей, которые зарегистрировались до старта. Вот. И была такая озвученная информация, что на данном этапе система не может принять, там, допустим, больше какого-то, скажем, больше какого-то количества людей. Вот. И со временем, значит, расширится это количество людей, которые может одновременно система принять. И поэтому получается, что если вы сейчас зарегистрируетесь, или те партнеры, которые зарегистрировались 19 числа, 20 числа, некоторые не могут зайти. У них пишет, выдает система сообщение, вот, что они не зарегистрированы на платформе SpaceAd. И почему-то, я не знаю, с чем это связано, у людей сразу возникает мысль, что срочно нужно регистрироваться в платформе SpaceAd. Но если просто обратить внимание на информацию, которая есть, то вообще не идет речи о регистрации на платформе SpaceAd. Я не знаю, зачем, откуда такая информация, зачем вы придумываете, что вам нужен какой-то ID, еще что-то. Нет, ваша задача все сделать по очереди. А очередь выглядит приблизительно вот так. Первое – это регистрация по ссылке в Атон. Это очень важно. Это самый первый шаг. Это вообще оттуда все начинается. База у нас формируется через, на данный момент через сайт Атон. Вы регистрируетесь в Атон. Потом, второй ваш шаг – вы идете по ссылке в DexArt. Просто обычная ссылка map.dex.art. Заходите. И вам нужно просто нажать кнопку «Войти». Там вылезет окно, способ входа. Вы выбираете «Войти через Атон». Дальше выходит окошко. Туда вводите email и пароль, которыми вы регистрировались в Атон. И вводите капчу. И заходите. У вас создается аккаунт метавселенной. Вам еще там бонусом дают 100 монеток DXA. Это монетка, внутренняя монетка непосредственно самой метавселенной. Вот. Некоторые умудряются начинать задавать вопрос про эту монетку. Да не надо нам эта монетка. Наша монетка вот, SpaceAd. Вот. Не надо отвлекать от ненужных вещей и придумывать того, чего нет. Вот. Дальше. Вот вы сделали первую регистрацию Атон. Второе, вы зашли с данными от Атон в метавселенную. Третий шаг. Вам нужно создать регистрацию в Телеграме, бирже, которая называется CoinGlue. У меня на канале есть видео, как это создать. И создавать это надо внимательно. Не спешить. Потому что у некоторых партнеров возникли проблемы теперь. У них нет почему-то там что-то с почтой не так и так далее. То есть мне трудно вообще понять, что происходит. Почему? Потому что я могу только понять, если я что-то вижу или я что-то сам делаю. А когда вы пишете, у меня проблема. Я без понятия, что вы делали. Может, вы, извините, накосячили.
Вот честно, но вы никогда в жизни в этом не признаетесь. Я вот уверен, никто никогда честно еще не признавался, когда что-то сделал не так. Постоянно все хотят выкрутиться, сказать, что это не я, я ничего такого не делал, оно действительно вот я не виноват. А когда ты начинаешь это потом все углубляться, изучать, оказывается, да, что-то человек сделал не так, вот, и у него из-за этого проблема. Если вы посмотрите мой ролик, вот, по регистрации в CoinGlue, то вы увидите, что регистрация проходит вообще абсолютно просто. И очень важный момент я там озвучиваю. При регистрации нужно указывать email, с которым вы регистрировались в Атон. То есть это третий шаг очень важный, который нужно сделать. Дальше, по сути, идет четвертый шаг. Это вход непосредственно в SpaceAd. Вот. И для этого нам дали ссылочку. Хотя это, конечно, временная ссылка. Ну как временная? То есть по ней можно заходить. Можно и по-другому заходить. То есть есть несколько способов входа в SpaceAd. Допустим, вы можете просто зайти в метавселенную и на карте найти SpaceAd, нажать на него. Вот. Там вас спросят, а вы действительно приглашены в SpaceAd? Вы нажимаете кнопку, что да. И дальше уже идет процесс загрузки. То есть это четвертый шаг. То есть вы должны попасть на платформу. То есть не на платформу SpaceAd, а именно на город вот этот вот, где показывается реклама. Вот эта площадка. А платформа SpaceAd, в которую вы все пытаетесь войти, это сайт. Вот. Это отдельный сайт. Он похож на Тон. Кто вот внимательный, он видел. Но информация была, что платформа SpaceAd, когда ее доделают, нашу базу туда перенесут. И тогда уже с нее мы будем заходить. Не нужно в ней регистрироваться. Будьте внимательны, не спешите, не придумывайте того, чего нет. Дальше. То есть для новых партнеров вы, если эти все шаги проделаете, в любом случае, скорее всего, вы дойдете до такого сообщения, что вы не зарегистрированы в SpaceAd. Это значит, что просто нужно подождать. У нас в группе есть сообщение, скажем так, официальное, где написано, что нужно подождать. Может быть, вы сможете позже зайти. Нужно пробовать. Может быть, вы сможете завтра зайти с 12 до 20:00. Может быть, послезавтра. Там написано, там, подождите 2 дня. Может, там день. Может быть, сегодня вечером получится. То есть нужно пробовать. А многие вот, ну не многие, есть партнеры, которые там ругаются, там, мол, ерунда какая-то, там, идиотизм какой-то, еще что-то. Блин, я просто в шоке. Слушайте, блин, первый, ну это второй день, да, работает платформа, о которой, блин, никогда никто не слышал. Вот. Я не думаю, что тут у нас каждый уже там знаком с метавселенными и когда-то там ходил и зарабатывал что-то. Где вы видели вообще какую-нибудь более-менее серьезную платформу, в которой бы с первого дня все работало идеально? Да нет таких платформ, нет. Я знаю хороший проект, который работает уже больше 4 месяцев, и до сих пор в нем есть кое-какие там глюки появляются. Но их исправляют, и ничего страшного, он работает. Но никто, блин, как бы не психует и там, я не знаю. Но здесь, вот смотрите, без вложений. Запомните, вот без вложений. Я постоянно говорю, без вложений. Вот. А у нас почему-то, блин, смотришь там в комментариях, там уже начинают там, вас тут кинут, вас там обманут, ваши деньги заберут. Какие деньги, блин, я в шоке просто. Тот, кто покупает паспорта, извините, блин, мы не по этому пока направлению работаем. Лично я вот ориентирую свою команду и сам ориентируюсь на заработок без вложений. То есть это была основная информация, я уже много раз об этом говорил. Это была первая информация. Самая первая, самая основная информация, что можно будет зарабатывать без вложений на просмотре рекламы. Что потом пошло, там можно купить паспорт, зарабатывать больше. Можно будет покупать монеты, можно будет там еще что-то, недвижимость покупать, землю покупать. Да ради бога, покупайте, что хотите. Наша задача, мы работаем без вложений. И если вы соберетесь там купить паспорт, там, это уже не ко мне, это как минимум. То есть я паспортами не занимаюсь. Информацию такую я не буду. То есть я не буду на себя брать ответственность с этими паспортами, с покупкой там информации и так далее. Она мне, в принципе, ну, на данном этапе просто не интересна. Почему? Потому что это не быстрый процесс. Если кто вникал, допустим, непосредственно
Паспорт делается 20 дней. Почему 20 дней? Ну, потому что паспорт, вероятно, это типа будет некое подобие NFT, вот, какой-то будет анимированный, скорее всего, такая какая-то картинка прикольная. Вот, конечно, она дает зарабатывать больше, как лично вам, так и непосредственно от партнерки 10 линий в глубину. Но давайте будем как бы реалистами. Проект новый, мы ничего о нем не знаем, то есть мы еще только тестируем, то еще неизвестно, как все будет работать. Вот. Если у вас, ну, как бы с деньгами все хорошо, и вы не боитесь там в случае чего потерять, да не вопрос, покупайте паспорта. Это ваше желание, то есть как бы никто не может вам помешать этого сделать. Но я просто хочу, чтобы большинство, ну как бы вообще все ориентировались изначально на безвложение. Сможете заработать деньги на безвложений, купите этот паспорт, вот, если он вам так нужен. Вот. Все остальное вы рискуете сами. То есть запомните, все вложения денег, которые вы делаете, тот или иной проект, это все ваша ответственность. Не чья-то, не кто-то там где-то сказал, не кто там что-то рассказал. Все это ответственность ваша. Моя задача просто в данном случае рассказать про доход без вложений. Вот вы можете видеть, как я собираю монетки. Вот. Ничего вроде сложного нет. Еще с вами вот общаюсь, да, пытаюсь что-то рассказать. Подхожу к монетке, выжидаю минуту, она светится. Вот так вот кручу мышкой, да, смотрю, когда появится момент, чтобы появилась буква Е. Нажимаю быстренько, иду к следующей. Видите, да, уже 234 монетки собрано сегодня. Заработано за 2 дня 13 долларов 40 центов. По выводу, значит, интересная информация по выводу денег. Значит, озвучивание, ну, озвучивают ее по-разному. Но вот последняя информация, значит, минимальная сумма 50 долларов. Выводиться деньги будут, скорее всего, через CoinGlue. Вот, поэтому обязательно нужно зарегистрироваться в CoinGlue. Вот, все сделать правильно, вот, потому что это привязка идет. Мы же там регистрируемся, используем email от Atom. Вот, все взаимосвязано. Email от Atom связан с метавселенной, он же связан с CoinGlue. Вот это идет увязка. А дальше 50, минимальная сумма 50 долларов. Насобирать можно в идеале, если, конечно, у вас все работает. В принципе, вы можете насобирать это, ну, блин, дня за три это, думаю, реально насобирать, если, ну, задаться целью, да. У кого-то будет это неделя. Поверьте, 50 долларов даже за неделю, это тоже нормально. Если вы будете там тратить, ну, я не знаю, сколько времени, 8 часов. То есть таких денег никто не платил никогда. То есть это слишком, ну, это очень большие деньги за такую работу. Это честно, я вам говорю, то есть никто за такую работу никогда не платил столько денег. Вопрос, будут ли тут платить, он такой, знаете, риторический. Вот. Давайте так, заработаем, поставим на вывод и посмотрим, заплатят нам или нет. Если даже заплатят один раз по 50 долларов, это уже будет супер, это будет классно. Почему? Да потому что никто без вложений такие деньги нигде не зарабатывает. Вот. Если кто-то зарабатывает, напишите в комментариях, я обязательно рассмотрю это предложение. Вот. Дальше по времени вывода. Значит, смотрите интересный момент. Как только вы насобирали 50 долларов, вы уже можете создавать заявку на вывод. Для этого нужно будет указать кошелек, который, любой кошелек, хоть это с биржи кошелек, вот, даже с Payeer кошелек. Главное, чтобы этот кошелек, криптокошелек, принимал USDT формата TRC20. Это очень важно. Вот, дальше, значит, через 48 часов, если вы опять заработали 50 долларов, вы опять можете их заказать на вывод. То есть каждые 48 часов можно заказывать, создавать заявку на вывод. Сколько ждать времени денег? Значит, тут вот ходили разные слухи, да, то есть разная информация, там в среднем неделя, потом вроде как в течение 48 часов. Значит, смотрите. По последней информации, ожидание вывода может быть разное. Может быть, в течение суток вам выплатят, может быть, через 2 дня, может быть, через 3, но не, вроде как не более чем через 5 на данном этапе. То есть, это, я считаю, это тоже нормальные условия, при условии, что платят довольно-таки очень большие деньги. Вот, деньги-то откуда-то должны браться. Вот, сразу вот отвечаю на вопрос тех людей, которые будут, скорее всего, сейчас думать, мол, какая-то ерунда, да, то есть откуда тут деньги, 5-10. Давайте не будем делать поспешных выводов. Откуда деньги? Да какая разница вам, откуда деньги? Если вам будут платить, надо просто радоваться и зарабатывать деньги. А если вы хотите вникнуть вообще, то нужно будет хорошенько поизучать. И изучать не только
Space Ad в данном случае, а, допустим, метавселенную. Вообще, что тут происходит, как монетизируется это все, откуда ноги растут и 5-10. То есть это довольно-таки очень большой объем информации. И я рекомендую, если вам это интересно и вы хотите получить ответ на этот вопрос, заняться самостоятельным изучением. Потому что лично я, честно говоря, как бы изучаю информацию, мне много чего интересно, но я также сам хочу заработать, а для этого нужно работать. Да? В данном случае нужно собирать монетки, а не ходить и искать, скажем так, непонятно там какую-то информацию, и непонятно, что она даст вам эта информация. Вот. Как по мне, то смотрите, задача минимум – зайти и начать зарабатывать. А задача максимум – заработать первый полтинник, скажем так, да, и заказать его на вывод. И задача супер максимум – это получить первые деньги на вывод. Дальше все, то есть вы победитель. Вы без вложений заработали $50, это круто. Вот. Дальше как пойдет, так пойдет. Дальше вот еще есть вопрос, сколько аккаунтов можно одновременно? Да хоть 100 штук можете запустить. Единственное, возникает проблема. Во-первых, в ресурсе устройства. Возможности зайти. У меня не получалось зайти по причине того, что мой IP как-то внутри системно блочится. Вот. Как только я включил VPN, поменял другую страну без проблем. То есть, ну как без проблем? Грузится довольно-таки, ну, долго, да, там минут 10-15 я подожду, пока загрузится система. Все, но меня впускает, и я работаю. Сколько можно создать аккаунтов? Ограничений нет. Сможете ли вы это все, скажем, успеть обработать? Успеете? Да не вопрос. Можете два аккаунта вести, можете 3, можете 10. Как это делать? Что для этого надо? Понятно, что это отдельные аккаунты. То есть нужно понимать, что это все отдельные аккаунты. То есть можно на одном компьютере, если он потянет, несколько браузеров, несколько вкладок, несколько имейлов нужно, несколько телеграммов нужно для кошелька. Вот. Ну, то есть на каждый аккаунт все по отдельности. Но опять же, новые аккаунты сейчас не работают. То есть можете не спешить создавать, можете не спешить регистрироваться. Как только заработает, ну то есть как бы регистрация прошла, и человек спокойно заходит, начинает зарабатывать, не вопрос, можете создавать аккаунты, можете, ну то есть все по схеме у вас должно быть. Вы должны знать эту схему, то есть не просто вслепую идти и пытаться, вот знаете, вот быстрее куда-то забежать, что-то там нажать. Зачем это делать? Да вы разберитесь сначала, куда вы идете, зачем, поставьте себе какие-то цели, вот. Нормально, по-нормальному, вообще-то, сначала разбираются, а потом что-то делают. Они сначала делают, а потом в процессе начинают разбираться. Куда вы спешите, я не знаю. То есть, не знаю, честное слово. Вот, так, у нас остается 7 минут. Что еще из важного можно сказать по этому поводу? Смотрите, завтра в 11 часов дня я в своей группе проведу брифинг. То есть, я включу, в принципе, ну, как это, созвон, да, сделаю, вот. И, в принципе, там, у кого есть желание, задавайте вопросы, и я на них постараюсь ответить. Вот, я думаю, что за час до работы, работа начинается с 12 до 20.00, то есть часика хватит, ну, пусть даже не часик, там, минут 40, пускай. Почему? Потому что потом нужно будет еще все запустить, подготовиться к работе. То есть я не хочу тоже терять возможность заработать, отвечая постоянно на одни и те же и очень часто глупые вопросы. Вот, там, типа, почему небо голубое, да, трава зеленая. Есть ответы на все вопросы, я не знаю. То есть, если у вас что-то не получается, значит, оно что-то не работает. На это тоже есть ответ. У кого-то технически что-то не получается, у кого-то не загружается, значит, VPN надо пробовать. Вот смотрите, я нигде ни у кого ничего не спрашивал. У меня не заходило, многие уже начали зарабатывать. Я потратил, ну я не знаю, несколько часов. Я попробовал одно, второе, пятое, десятое. Чтобы найти причину, я все сам это делал, думал. И когда, в принципе, вот, определился, что это связано с IP, вот, я решил эту проблему сам, самостоятельно. Вот, и смог зайти. Конечно, у меня, ну, не самое такое, скажем, слабое устройство, с которого я работаю. То есть у меня ноутбук игровой. Вот, ну не самый современный, скажем, ну не самый и не самый старый. Вот. Кому интересно, HP Omen, можете поискать в интернете, что собой представляет это устройство. То есть здесь 8 гигабайт оперативной памяти, есть SSD, i5 процессор 7-го поколения, есть видеокарта. Вот.
Пробую так же самое, то есть создал второй аккаунт. На второй аккаунт зайти не могу. Хочу его запустить со смартфона. На смартфоне у меня 6 оперативной памяти, 6 гигабайт. Достаточно памяти своей. Ну, неплохой процессор, то есть довольно-таки такой неплохой смартфон за свои деньги. Но я не могу туда, не могу присоединиться, ну, зайти, да, начать работать, просто по причине того, что так же самое мне написано, что вы не зарегистрированы SpaceApp. То есть база данных еще не подтянулась, часть базы данных. Потому что второй аккаунт я зарегистрировал позже, и в саму метавселенную я вообще зашел 20 числа. То есть я реально понимаю, что, ну, как бы по-любому меня, скорее всего, не пропустят. Почему? Потому что даже просто в метавселенную я зашел уже 20 числа, а 19 числа была информация. Поэтому, ну, я как понимающий человек понимаю это все и жду просто. Иногда тестирую, захожу с телефона специально, чтобы посмотреть, будет ли работать второй аккаунт. Скажу, что у меня у одного моего хорошего знакомого, друга, у него работает уже два, он работает на двух аккаунтах. Да, кстати, очень интересно. Два ноутбука. Вот, один вообще слабенький такой, Windows 7, все работает, успевает собирать. Не так может быть быстро, но судя по нашим с ним разговорам сегодня, он успешно где-то на каждом аккаунте заработал по 400 монет. То есть вот сами можете посмотреть, по 16 баксов на каждый аккаунт, 32 доллара. Все реально, все можно, но смотрите, тут главное что? Когда только появляется какая-то информация, ну, допустим, вот была информация о старте проекта. Кто-то себе как думает, да, постою я там, подожду, фигня какая-то, потом будем разбираться. Вот, кто-то начал разбираться сразу, не дожидаясь, и вникает, понимаете, вот вникает, вот как я, допустим, я вникаю, я хожу, мне интересно, я нажимаю, иду, пошел там походил, взял информацию, почитал. Попробовал. Вот. Я не жду, ну, то есть можно было бы сказать, да ладно, потом запустится, когда-нибудь там, ну, там, потом пойду это. Ну, вот смотрите, он запустился, проект, да, а оказывается, новым нет доступа. Ну, и что толку, что вы ждали? Вот скажите честно, да. Вот. Поэтому тут вы должны сами, ну, выстраивать себе план действий, как вы будете работать, как вы будете зарабатывать. И обязательно изучайте информацию, читайте, смотрите. Это вам нужно в первую очередь. Вы будете зарабатывать деньги. Что касается спонсорской работы, ну, допустим, я веду свою группу, я записываю видео, собираю самую актуальную информацию, которая есть официально, и всегда делюсь ей в группе. Успеваю еще отвечать куче народу. Вот. Это, в принципе, я считаю, ну, я как бы, вот моя спонсорская работа, я ее делаю, ну, насколько могу максимально. Максимально, ну, хорошо, плохо, это уже там каждый оценит. Вот. Ну, во всяком случае, я даю, ну, всю актуальную информацию. Старайтесь тоже, ну, экономьте, ну, как бы там, старайтесь сэкономить время, да, свое спонсора, там, других людей. Почему? Потому что, ну, вы можете его сэкономить, просто включив видеоролик, посмотрев. Вот. Почему? Потому что в видео, ну, все показано, весь процесс, куда нажимать, как оно должно работать. Почему? Потому что если в видео оно работает, значит оно должно работать. Ну, то есть, если вы его повторяете, оно все сработало, значит оно все сработает обязательно. Но есть информация, то есть важные официальные новости, вот, они обычно в закрепе. Вот, остается 2 минутки, значит, смотрите, давайте. Вот у нас группа, значит, смотрите, часто задают вопрос. Где ссылка на регистрацию? Вот, ссылка на регистрацию в Атоне. В Атон заходите, в правом верхнем углу нажимаете на свой email. Вторая ссылка, вот она, выделена. Это очень важно. Дальше вот такая вот информация. То есть вот такое вот окно выходит с сообщением. Значит, многие вот это по этому окну начинают просить ID какой-то вот, и так далее. Не надо ничего. Здесь написано, что вы еще не, как бы, не зарегистрированы SpaceX. Здесь написано, если кого-то такая картинка, ваши данные еще не подгрузились просто, нужно подождать. Вот. Что еще из важной информации? Значит, партнерская программа. Значит, без паспорта 2 уровня. Первый уровень 4% от дохода партнера и второй уровень 2%. Последний созвон официальный. То есть он закреплен, это все сейчас вам закрепленные сообщения показываю. Вверху вот тут вот клацаю, не открывается. То есть, в принципе, вы можете прослушать официальную информацию, о чем там говорят.
Так, давайте прервемся. Я сейчас хочу показать еще один момент. Значит, у нас 20 часов. Должна появиться какая-то надпись, что работа закончена, типа. Вот. Но пока я ее как бы не наблюдал. Вот, давайте подойду сейчас к монетке, вот к последней. Вот этой вот, допустим. У меня сейчас 245 монеток. На балансе 13 долларов 84 цента. То есть, по сути, когда работа завершается, какая-то должна быть надпись, где-то должна быть написана, но пока я не вижу. Сами монетки-то, они никуда не исчезают. Единственное, что когда работа закончена, вы собираете монетку, она не добавляется. Вот сейчас мы и посмотрим. Сейчас минута пройдет, я соберу эту монетку, мне должно стать 246. Но так как работа закончена, да, то есть останется 245, значит, можно выходить. И заодно я вам покажу, как выйти. Так, ну, сейчас тут буквально еще несколько секунд. И дальше я покажу еще по закрепу информацию. Вот. Потому что многие просто, ну, не умеют пользоваться закрепом. Итак, вот буква Е появилась, нажимаю. И видите, да, 245, не добавилась монетка. То есть уже можно не собирать. 20:00. Давайте по времени. Даже уже 1 минута. 20. 1 минута 9. Вот, так, сейчас я покажу, как выйти. Единственное, смотрите, еще один момент по управлению. Вот наш товарищ, да, у кого-то девушка, у кого-то парень. Вот, и многие задают вопрос, мол, а как сделать, чтобы быть одному? Вот здесь вот, чтобы не толпа была, да. У нас есть кнопка Escape. Вот вы можете в правом нижнем углу видеть кнопочки, которые за что-то отвечают. И вот самая последняя Escape, если вы один раз нажмете на нее, один раз, у вас появляется курсор мышки. И тогда вы можете пойти, перейти в другую вкладку какую-то, да, там, свернуть браузер, там, пойти что-то клацнуть. Вот, если вы еще раз нажмете Escape, появляется вот такое вот окно. И здесь есть Cancel. Cancel, белая кнопка, это закрыть это окно. А желтая кнопка, это Go Online, то есть перейти в онлайн. Давайте нажмем в онлайн. И нажмем вот здесь вот Join. Так, видите, вышла ошибка какая-то. Значит, по сути, когда вы нажимаете онлайн, должно перекинуть вас на то же самое место, только там будут все люди. Вероятно, это будет тогда, когда есть возможность зарабатывать монетки. Сейчас этой возможности нет, поэтому, скорее всего, просто сейчас туда не впускают. То есть, ну, дорабатывают систему. То есть в данном случае, когда второй раз Escape нажимаете, можете войти туда в онлайн, но если хотите выйти, вообще опять нажимаете Escape, должно появиться вот такое вот окно. То есть здесь Join, это опять назад зайти, но мы нажимали, видели, что ошибка была, вот, не работает, да. И Quit, белая кнопка, это выйти. Так, ну у меня сейчас вообще зависло, ничего не нажимается. Так. Видимо, вот эта ошибка, которая была. Ну, можно, конечно, обновить страницу. Ну, не столь важно. Вот. Не столь важно. То есть, если что, завтра буду записывать следующее видео, вам обязательно покажу. Давайте дойдем непосредственно по группе. Значит, последняя запись. Брифинги проводят в официальных группах. Вот. Есть записи, я их периодически скидываю и буду закреплять в закреп. Поэтому так же самое можете посмотреть. Вот. Так же самое в закрепе вот, по поводу вывода можно найти. Да? То есть вы просто клацаете вот закреп, вот здесь вот закрепленные сообщения, и просто по очереди клацаете и смотрите, какую информацию вам нужно найти. Ничего сложного нет. Вот. Надеюсь, как бы, ну, в принципе, все понятно объяснил. Да, единственное, что, смотрите, еще раз, можно зайти в CoinGlue, да, то есть вот это ваш кошелек. Чтобы увидеть баланс свой уже обновленный, вы нажимаете меню, нажимаете баланс. И вы видите, вот у меня обновилось, у меня на балансе 13 долларов 84 цента. Это заработано за вчера и сегодня. Вот. Что касается вывода, то есть еще раз, должна быть минимальная сумма 50 долларов. Вероятно, здесь либо появится кнопка на вывод, ну или к тому моменту что-то будет более понятно, куда нажимать и как выводить. Вот такая вот информация. Надеюсь, она была вам интересной и полезной. Возможно, вы узнали больше информации, да, что-то поняли, возможно, что-то не поняли. То есть, значит, если видео было ну, интересным и полезным, обязательно поддержите его лайком. Вот. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Также, смотрите, еще раз напоминаю, что для новых партнеров, возможно, входа пока не будет, да, то есть день, два, может, три.
а может уже будет. Значит, это не значит, что не нужно регистрироваться. Если вы хотите принять участие, хотите попробовать, вам в любом случае нужно начать сначала с регистрации в АТОН. Потом нужно зайти просто в метавселенную и там зайти через данные АТОН. Потом третий шаг – создать кошелек CoinGlue. А вот только потом четвертый шаг – вы попробуете войти непосредственно в метавселенную с, ну, именно на рекламную платформу SpaceX. То есть вам в любом случае, если вы планируете работать, вам это интересно, вам нужно пройти эти все шаги и посмотреть, как это работает, чтобы у вас уже был опыт. Вот, поэтому в любом случае вам нужно пройти эти шаги и попробовать. И в принципе, если не получится зайти, просто подождать. Возможно, завтра уже будет открыт вход. Вот такая вот информация. Все ссылки будут под этим видео в описании. Будут мои контактные данные под этим видео в описании. Ссылка на группу. Присоединяйтесь, будем работать и зарабатывать. Спасибо за ваше внимание. До скорой встречи в следующих видео.